В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решено совместить. От россиян поступило больше 2 миллионов обращений к Владимиру Путину. Актуальные темы подняли и журналисты из разных регионов страны. Выбирая тезис для обсуждения, корреспонденты ориентировались на проблемы, которые волнуют население их края. Мой вопрос заключается в том, что в следующем году Томску 420 лет, и очень хочется развивать транспорт. У нас до сих пор по нашему историческому городу ходят пазики, очень холодные. И люди заходят и буквально катаются на коньках в нашем транспорте. Будет вопрос, или так или иначе звучать тема, связанная с открытием аэропортов. Вы знаете, что мы сейчас не можем принимать самолеты в Ростове, в Краснодаре. И полагаю, что эта тема прозвучит, потому что из миллиона вопросов явно будут те, кто захотят побывать в наших прекрасных краях. Есть и пересекающиеся вопросы. Один из них касался обмеления Волги. Явление зафиксировали не только в Ульяновской и Самарской областях, но и Татарстане, Чувашии, Республике Мариэл. А это угроза дефицита водных биологических ресурсов, перебоев в работе судоходства. У нас вода ушла, несколько пристаней стали недоступны для судов для причаливания. Как сообщили, погибла икра. Плюс в Казани один из пляжей, вода ушла, и если вот следующим летом вода не появится, пляж фактически перестанет существовать, потому что там уровень воды как лужа. Президент обнадежил, сказав, что о проблеме в Кремле знают, правительство не бросит вопрос на самотек. Сейчас есть некий конфликт интересов между энергетиками и водопользователями, однако ситуацию держат под контролем. Ответ Владимира Путина на вопрос о будущем одной из главных рек России прозвучал в начале прямой линии, опередила по важности разве что тема специальной военной операции. Вот уже почти 2 года наша страна живет в условиях специальной военной операции, и вопросов от граждан к нам на передачу по этому поводу, конечно, шквал. Я просто некоторые буквально зачитаю. Как вы эти 2 года оцениваете? Какова ситуация сейчас? Какова динамика? Цели и задачи операции, они те же, что и поначалу, или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Ну, мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Во главе угла по-прежнему полная денацификация и демилитаризация. Сразу после прозвучал вопрос о мобилизации. Владимир Путин заверил, что сейчас нет необходимости во второй волне, поскольку к концу 2023 года в войска будет набрано достаточно добровольцев. Их семьям оказывается поддержка, а ее получают и в Ульяновской области. Да, поддержка, конечно же, есть. Комитет семей воинов Отечества поддержал Владимир Владимирович Путин. С помощью его поддержки это все продолжается, все развивается. Мы помогаем семьям военнослужащих. Отдельный блок вопросов – денежный. Россияне надеются на увеличение заработных плат. Президент сообщил, что рост по итогам этого года прогнозируется примерно на уровне 8% за вычетом инфляции. Ульяновские профсоюзы поблагодарили главу государства за внимание ко всем профессиям. Прибавку к жалованию особенно ждут в госструктурах. И мы надеемся на то, что будет все-таки найдено решение помощи региону именно для поддержки бюджетников, которые работают в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и других. Ни один вопрос не остается безответным. Он будет находить свое решение в той или иной степени. Но это самое главное. Вопросы смогли задать и журналисты иностранных издательств. К примеру, корреспондент Хэ Хуан спросил Путина о дальнейшей коммуникации России и Китая. Сейчас заметна положительная динамика в межгосударственных отношениях. Есть совместные проекты в разных отраслях, от промышленности до культуры. Мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует, это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры. И мосты строим, дороги, мы работаем в высокотехнологичных областях вместе. И будем дальше это делать. Значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня. Мы договорились о том, что будем развивать отношения по 8 магистральным направлениям. Прозвучали и более легкие вопросы, вроде тех, где провести новогодние каникулы. Владимир Путин пожелал россиянам отметить праздники с близкими и найти общее дело. Посетить выставку, театр или заняться спортом. Кто не смог лично присутствовать на прямой линии, смотрели трансляцию в онлайн-формате. Ульяновские общественники и первые лица региона внимали озвученным тезисам, которые касались их сферы деятельности, параллельно ставя задачи
на грядущий год. Он, в свою очередь, для России знаковый. Предстоят выборы президента страны. В вопросе, какой должна быть кандидатура и кто достоин держать пост, мнение единогласно. То, что сейчас в настоящее время Владимир Владимирович решил выдвинуться на новый срок, но это, конечно, в этом никто не сомневался, потому что Владимир Владимирович патриот, и в настоящее время наша страна нуждается в сильных лидерах, а в настоящее время такого кандидата второго нету. Если взглянуть на это в исторической ретроспективе, то, наверное, навряд ли мы найдем еще одного политического лидера во всей истории, которого поддерживал почти весь земной шар. Конечно же, не только азербайджанская автономия, и все национальные автономии, и все народы, проживающие в России, в том числе Ульяновской области, полностью поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина, его национальной политикой, его политикой СВО, которую... и все внутренние, наружные, внешние политики. Напомним, выборы президента страны пройдут в марте 2024 года. Дарья Мязина, Александр Никитина и Олег Тоньшин. Управда ТВ. Из Москвы.